Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Роман0602, и сегодня мы играем в игру под названием Слендерина. Мне кто-то написал, что нужно разговаривать с вами, потому что некоторым не видно было, что там было. Смотрите, это у нас Слендерина, первая часть. Смотрите, мы нашли картинку. Сразу прям. Вот, смотрите. Это икона у нас. Забираем. Так, смотрите. Деревья. Это у нас какой-то сад. Так, смотрите. Бассейн. Это фонтан вообще. Так, это дом из домик. Дом из домик. Привет. Окна. Тут надо какую-то проблему сделать. Я с микрофоном записываю, у меня Слендерина. Она там и оставалась. На столе ничего нет. А, она меня убивает. Слендерина ты, это. Там что, Слендерина стоит? Смотрите, там вдалеке Слендерина стоит. Ага, видели? Она это может. И, блин, Слендерина. Так, еще один домик. Заходим. Тут у нас какая-то... Это Грааль. Это у нас второй предмет. По факту. По факту. Вот, смотрите. Крестик. Такой. Обычно он так... Крестик Хеопса. Так, ладно. У нас уже всего осталось 3 предмета взять. Так, в этом доме. Смотрите, поле самодельное. Вот и все. Вот и. Какой-то еще один предмет. Какой-то круг. Ясно. Так. Так. Смотрите, там еще один предмет. Ой, мы сколько предметов нашли сегодня. Это подкова была вообще. Это какая-то остановка какая-то. Давайте посидим. Посидели, значит. Но на к нам никто не приехал. Мы, конечно, Слендерина. Только сказал про Слендерина, сразу появилась. Вот она там вдалеке тоже была. Подождите, мне Слендерина показалась. Так. Где мы были? Где мы были? Мы были. Мы отсюда пришли. Если мы пойдем дальше, то мы к воротам придем. Как будто бы это ворота. В темноте дорогу не видно. Думается, что это ворота. Вот они, ворота. Вот. Нам нужно 6 предметов. Смотрите, она... Нифига себе, она ехала тут. Это чё за... Не понял? Ты чё ездишь? Ты офигела? Я не понял. Но видели, на меня напала? Причём очень... Смотрите, кладбище.
Мы кладбище нашли. Кстати, давайте сфоткаем это кладбище. Потому что это может быть кладбище Слендерина как раз. Давайте сфоткаем. Да. Да, прикиньте это. Реально кладбище. Может быть, даже и Слендерины. Но это вряд ли имя, потому что не написано. Поэтому предполагать. Кстати, красное небо у нас. Тут у нас какой-то лесок. Ясно. Смотрите. Так, мы обратно пришли. А где тогда все остальные предметы? Последний предмет нам нужен. Мы нашли кладбище? Ой, блин. Слендерина. Кусок я увидел. Только непонятно. Так, блин, что пугаешь? Слендерина. Если так предполагать... То предмет должен быть находиться там, где кладбище, но его там нет. Вон там вдалеке, видите, Слендерина. Так. Сходим. Да блин, не хочет. Я тебя вижу, блин. Проснулась. А тогда чё? Я её видел вдалеке. Я не знаю, может быть, вы видели, но я видел. Ну, блин. Давно я с голосом не записывал. Да, вот оно, кладбище. Ну, а где остальные предметы? То есть мне, типа, нужен лом, чтобы помогить? Нифига себе, я её не увидел. То есть это на могилу мне надо взламывать. Ну, по факту, это первое. Нифига, она два раза появилась перед моим носом. Это вообще не честно. Подождите, мне показалось? Мне показалось. Да, она, блин, она. Мне показалось, что что-то желтое было. Что это желтое? Смотрите, половина кота. Нифига она там. Ого. Кстати, тут Слендерина летает. Она бывает появляется перед нашим носом уже. Давайте до конца дойдем. Может, мы что-то не упустили. Так, Слендерина, привет. Может быть, даже за домом что-то. Видите, ничего за домом нет. Это, в принципе, забор. Но прикол в том, что мы не знаем, долго ли и коротко ли. Не, за домами ничего нет. Около этих заборов был этот, как вот там, крестик. Блин, это надоело, Слендерина. Так, Слендерина у нас нападает на нас. Ага. А я не вижу никакого. Ты где, блин? Вы видели вообще Слендерину? Я лишь только лесу. Вот сейчас была Слендерина. Если Слендерина появляется... Зарядка садится. Если Слендерина появляется, то у нас... В ее лице будет. Кстати, в меню оторванное лицо Слендерины. Вы понимаете это? Мне показалось... Ай, блин! Я хотел сказать, не показалось или там Слендерина была? Смотрите, вон там опять Слендерина. Не, она обалдела. Немного! Немного обалдела. Вот я про это и говорю. Че? Смотрите, там какой-то... Видите? Что это?
Это что за картина? Репейника. Не понял. Репейник. Картина репейника. Повозка какая-то. Все. Был дом. Можно идти на выход. Окей. Мы можем даже две карты пройти, если хотите. Ура! Мы прошли. Смотрите. Оглядываемся. Никого нет. Все, мы прошли игру. Вот у нас меню такое. Play, help. Ок. Вот у нас оторванное лицо Слендерина. Как раз это то же самое кладбище, которое мы видели. Ну ладно, дорогие друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.